гимнастка из России Вера Сесина. Второй за ней движется Алия Гараева. Но мы не знаем пока оценки Анны Бессоновой. Хотя, судя по той ошибке, которую она совершила, вряд ли она составит конкуренцию этим гимнасткам. Но сейчас посмотрим, чем ответит Ольга Капранова, Россия. Сложный поворот, когда нога впереди, гимнастка делает полный круг и, не опускаясь на пятку, переводит даже тело, не только ногу, но и тело вниз, в положение так называемое планше. И при этом нога у нее выходит в шпагат высоко. Это очень сложный элемент, и Оле он очень хорошо удается. Современная очень хорошо легла, вот это новая у нее музыка как бы открыла ее с новой стороны и помогла ей в этом упражнении. Накануне многоборье Ольга выступила весьма хорошо, с подъемом, и получила серебряную медаль. Оценка Светланы Рудановой Беларуси 16,55 балла. 16,55 балла у представительницы Белоруссии Светланы Рудаловой. А сейчас ее подруга по команде Инна Жукова, ведущая гимнастка сборной Белоруссии.